Как конвертировать MP4 в WAV? Перейдите к azazip.chon, затем нажмите «Конвертировать видео», затем перейдите к конвертеру MP4 в WAV. Нажмите «Выбрать файл MP4 для конвертации», чтобы открыть средство выбора файлов, или перетащите файл MP4 прямо в azazip. Нажмите «Преобразовать в WAV». Начнется процесс преобразования, который займет некоторое время. Нажмите на предварительный просмотр, чтобы увидеть преобразованный файл в браузере. Нажмите «Сохранить файл WAV», чтобы сохранить преобразованный файл WAV в выбранную вами папку назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.